журналистам, всем каналам, которые сейчас выставили все продажные твари. Журналист, работа журналиста заключается в том, что показывать все. А мы, народ, уже решим, какую нам сторону принимать, левую или правую. Это второе. Третье. Наши все, которые есть там, милиция, СБУ, я преклоняюсь перед Беркутом, мне жалко, которые ребята погибли, они молодцы. Пока не поздно, вставайте на сторону народа, не слушайте своих руководителей, они все продажные, под местом, под солнцем. Это такое третье. Четвертое. Нам нужно тянуться к крымчанам, они молодцы. Беркут, Беркут. Я, может быть, уверена в том на 100%, что то, что сейчас я говорю, на каналах не покажут, потому что сейчас модно показывать отрывки из урывков к частями. Непонятно что. Это неправильно, так не должно быть. Наши все... Наша власть, которая здесь сидит, в нашей областной администрации, районной администрации, никого не слушать, они все уже продажные. Ихняя цель сейчас довести порядок в Востоке под прикрытием, что все будет хорошо и нормально. Нет, не будет хорошо, будет.